Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд, канал с самыми актуальными новостями из мира шоу-бизнеса. Академия кинематографических искусств и наук США запретила голливудскому актеру Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар» на протяжении 10 лет. К такому решению пришли на совете управляющих киноакадемии. Стоит обратить внимание, что 94-я церемония вручения «Оскара» должна была стать праздником для многих представителей нашего сообщества, проделавших за прошедший год потрясающую работу. Именно так заявили в управляющей киноакадемии. Однако мероприятие омрачило неприемлемое и пагубное поведение на сцене Смита. В конце марта на церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит ударил по лицу ведущего мероприятия комика Криса Рока, который пошутил о супруге актера Джаде Пинкет Смит. Позже Смит извинился за свои действия, но Академия начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. При этом Смит добровольно вышел из ее состава. Но поведение Уилла Смита оправдывает именно тот факт, что он вступился за жену. Да, Крис Рок, конечно, и не знал о ее болезни, но это оправдывает действия Смита. А как считаете вы, допустимо ли поведение Уилла в таких обстоятельствах? Напишите в комментариях. Вы смотрели канал Ананас Ленд. Ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте про колокольчик. Ананас Ленд – ананасовое настроение.